Декабрь – самый волшебный месяц в году, месяц, когда хочется дарить тепло своим близким. И неважно, какая погода за окном, если дома царит атмосфера уюта и все родные рядом. Создавайте комфорт к Новому году с новинками от салонов «Мебельная галерея». Мы уже знакомили вас с этим прекрасным псом. На передержке он оказался не по своей воле. Заботливая и любящая хозяйка скоропостижно скончалась. Других людей, которые смогли бы о нем позаботиться, не нашлось. Красавец лорд долгое время не понимал, где он оказался, почему пришлось покинуть любимый дом и где его хозяйка. Он жалостно скулил и отказывался от еды. У собаки был стресс. Возможно, поэтому пес стал проявлять себя не с самой хорошей стороны в манерах поведения. Сначала приютить милую таксу было много желающих, но после первого неудачного опыта их поубавилось. И для его адаптации и приручения лорда взяла к себе домой одна из волонтеров. Собака проблемная. Она, во-первых, невоспитанная и с характером. Надо ее приучать к командам ко всем. Значит, ну, не любит детей маленьких. Не то, что не любит, просто, может быть, назойливых не любит детей. С животными, ну, с кошками, значит, ведет себя не очень. Несмотря на такую характеристику, собака все же надеется обрести дом. И мы верим, что найдется тот терпеливый человек, который сможет заняться воспитанием лорда и сделать из него настоящего друга человека. Ведь за все время нахождения нас в добром сердце собака не то что не укусила и не зарычала, а совсем наоборот, он с радостью залезал на руки, давал себя погладить и почесать за ушком. Лорд абсолютно спокойно реагировал на камеру, был не прочь поиграть, а иногда и просто прилечь отдохнуть. Это молодой и активный пес, у которого вся жизнь впереди. Подарите ему надежду и станьте добрым волшебником, который исполнит желание пса стать по-настоящему домашним. Еще одна малышка, которая верит в новогоднее чудо – Стрелка. Она засиделась в надежде, что появится хозяин. Ласковая и игривая, и бесконечно добрая. Она не откажется что-нибудь погрызть, но и ничего не испортит. Отлично подойдет для охраны дома. Любовь, которую смогут подарить вам эти животные, не оставит вас равнодушными и согреет в зимний морозный вечер. Новогодние недели в супермаркете «Ярмарка». Искусственные ели, елочные игрушки, украшения для дома, мишура. Большой выбор новогодних кульков. Для активного отдыха на свежем воздухе ватрушки, санки, детские лыжи. И, конечно же, продукты и деликатесы для праздничного стола по выгодным ценам.